Ольга Бергольц. Отрывок из ленинградской поэмы. О да, иначе не могли ни те бойцы, ни те шоферы, когда грузовики вели по озеру в голодный город. Холодный, ровный свет луны, снега сияют иступленно, и со стеклянной вышины врагам отчетливо видны внизу идущие колонны. И воет, воет небосвод, и свищет воздух, и скрежечет под бомбами, ломаясь лед, и озеро в обломках плещет. Но вражеской бомбежке хуже, еще мучительней и злей, 40-градусная стужа, владычащая на земле. Казалось, солнце не взойдет, навеки ночь застывшую в звездах, навеки лунный свет и лед, и голубой свистящий воздух. Казалось, что конец земли. Но сквозь остывшую планету на Ленинград машины шли. Он жив еще, он рядом где-то. На Ленинград, там на 2 дня осталось хлеба. Там матери под темным небом толпой у булочной стоят. И дрогнут, и молчат, и ждут, прислушиваются тревожно. К заре сказали, привезут, гражданочки, держаться можно. И было так, на всем ходу машина задняя заела. Шофер скочил, шофер на льду, но так и есть, мотор заела. Ремонт на 5 минут, пустяк, поломка это не угроза. Да только рук не разогнуть никак, их на руле свело морозом. Чуть разогнешь, опять сведет. Стоять, а хлеб? Других дождаться, а хлеб 2 тонны. Он спасет 16 000 ленинградцев. И вот, в бензине руки он смочил, поджег их от мотора, и быстро двинулся ремонт в пылающих руках шофера. Вперед, как ноют волдыри, примерзли к варежкам ладони, но он доставит хлеб, пригонит в хлебопекарню до зари. 16 000 матерей пайки получат на заре, 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам.